А здрасте! Привет вам, мальчики, девочки! Всем мое почтение! Привет, абонент! Привет, Лёша! Так, ну что? Не успела я освоить первую часть желешек, которые слайм ранчер. О, как сразу сходу ворвался. Привет, Макбот, спасибо тебе большое за поддержку. Привет, Иришка. Вот, а у нас уже и вторая часть подоспела, пока я там болела. Поэтому будем ее сегодня рассматривать, наверное, хотел сказать. Осваивать, вот. Привет, Сережа. Будем осматривать, у меня сегодня проблемы, короче, с языком. В общем, изучать, играть, расслабляться и вот это вот все. Сейчас я только посоздаю тут вам сундучки. Так. Вот так. Есть. Так, ну что, первый сундучок, пока вы тут все собираетесь. Готов. Давай, запускайся. Есть. Второй сундучок. Давай. Создавай сей второй тоже. Так. Есть. Второй сундук. Привет, Андрей. Привет, Максим и Олег. Так. И что? А еще и ракетка у меня тоже есть. Все, сегодня все запущу. Все, ракетку применили. Сундуки создали. Все. Давайте начинать. Так, нам нужно выбрать иконочку для сохранения. Это вот я сегодня, в понедельник, во время работы. Вот я такая и буду. Вот это прям я сегодня, 100%. Так, обучение включено, вары включены, дикие включены. Все включено, короче. Ничего не выключаем. Поехали. Ой, музычка еще такая приятная. В общем, мне кажется, самое то для понедельника. А что я не по центру? Вот теперь по центру. Все. О, спасибо, Андрей, за ману большое. Итак, после долгого дня на ранчо Беатрикс Лебо наслаждалась закатом у слаймового моря со стаканчиком холодного морковного сока. Ну да, с соком, конечно. Сделаем вид, что мы поверили. Вдруг доком причалила лодка. Внутри не было ничего, кроме загадочного письма. Изучила далекое-далекое запределье от пыльных берегов сухого рифа до дальних уголков опасной стеклянной пустыни. Ну, не совсем, но будем считать, что так. Я там только начала. Но впереди еще множество неисследованных миров, Беатрикс Лебо. Тебя ждет радужный остров. О, а радуга у нас не под запретом. Если ты готова к новым приключениям, забирайся на борт. На борт лодки? А там весла есть и вода. Интересно. Восторженная Беатрикс залезла в лодку. Надо написать не восторженная, а бесстрашная, судя по всему. И та унесла ее за слаймовое море. Наконец, девушка разглядела вдалеке остров, каких до сих пор не видела на далеком-далеком запределье. Горы, деревья и травы всех оттенков танцевали и двигались, будто во сне. Это таблеток надо жрать поменьше, дорогая Беатрикс, и не будет у тебя ничего танцевать, ни деревья, ни травы. Изучая окрестности, она наткнулась на заброшенную оранжерею с видом на весь остров. Интересно, что внутри? Она нашла все, что нужно хозяину раньше для ухода за слаймами, первых шагов на ферме и создания устройства. О, какая неожиданность! А, привет, Сережа! Привет, Сергей! Так и началось новое приключение. Беатрикс затянула ботинки потуже, подготовила вакпак и отправилась исследовать радужный остров и раскрывать его тайны. Оу, ну хорошо. Посмотрим. Замечательно. Так, обучалка, да. Вперед, назад,
вправо, влево. Я подвигалась. Замечательно. Попрыгали. Побежали. Эть. Все нормально. Вакай, как хозяин ранчо. О, это называется вакать. Надо взять это слово на заметку. Ну-ка, сейчас повакаем. Замечательно. Наши уже знакомые розовые слаймики. Розовые желешки. Так, стреляем через барьер. Сейчас я вон еще одну желешку вижу. Так, что? Фэпос держится. Слушайте, нормально. О, подожди, ты кто? Цып-цыпчик. Давай, цыпчик. А где был слайм? Где моя желешка? О, курица. Подожди. Курица. Иди сюда. Я тебя тоже завакаю. Так. Была же желешка. Блин, он от меня свалил. Ну ладно. А, не, вон. О, подождите, еще цыпочка. Листот цыпочком. А, вон, вон, вижу. Вижу желешку. А то что ж у меня? Одной скучно будет желешки. Ну, чтобы две хотя бы было. Замечательно. Так, ну давайте ее в загон. Раз, два. Замечательно. Так, теперь нам надо покормить фрукты, овощи, курицы. А вот цыплят они, кстати, походу не особо едят. На вам курицу. О, сразу слопал. Ты нормальный? Я ему, по-моему, прям в рот закинул эту курицу. А, Сереж, спасибо за ману. Так, чего ты там уже произвел? Нагадил мне свои эти кристаллики. Блин, наверное, не очень им приятно гадить кристалликами. Это же больно должно быть. О, морковонька. Нормально. А я тебя не видела. Тут кто? А никто. Слушайте, ну тут прикольненько, мне нравится. Так, давайте продадим. Пожалуйста. Все, один продали. Так, да, я теперь знаю основные правила. Я молодец. Так, давайте походим тут, поисследуем, что у нас тут есть, что новенького появилось, да? Надо, наверное, зайти внутрь. Во-первых, декоры они тут добавили. Смотрите-ка, цветуёчки всякие. С ними никак, да, повзаимодействовать нельзя. Так. О, тут всякие швабры. Стульчики. И я не могу, да, посидеть на стульчике. А жаль, я бы посидела на стульчике. О, стол даже у нас есть. Стол, какие-то тележки, шланги, инструменты. Ну да, декор тут поднадобавили, жалко, пользоваться нельзя. Ну, игрушка в раннем доступе. Надо, кстати, знаете что? Покормить моих слаймов, их два, конечно, но надо их все равно кормить. Знаете вам, пожалуйста. О, еще цыпчик тут у меня ходит. Иди сюда. Цыпленок. Так, есть? Есть. Замечательно, дай сюда. Нет, блин, морковку. Морковку вам, пожалуйста, обратно. Так, что тут еще есть? Давайте продадим один плортик и посмотрим, что еще есть. Так. Это у нас чего это? Ага, это слаймопедия. Я понял, хорошо. Здоровье, энергия, загоны, кормление, да, основы слайма науки. О, не было, по-моему, науки. Слайма наука позволяет создавать из плорта и других ресурсов улучшения для вакпака и фантастические устройства, которые можно установить где угодно. О, как любопытно. Так, и чего? Основы, ага, стреляй плортом ресурсами в преобразователь. Ищи детали для улучшения вакпака и чертежи в капсулах-сокровищницах. И создай устройство и улучшение для вакпака в изготовителе. Войди в режим устройств. В этом режиме размести устройство. О, ну-ка, режим устройства. Где у нас тут? Вот. Режим устройства. Где я могу? О, вон стрелочка есть, да? Так, я что-то могу здесь разместить. А я ничего не могу, потому что у меня еще ничего нет. Я понял. Ну и ладно. Хорошо. Но мы сделаем. Декор можно размещать. Варп-технологии и что-то вспомогательное. Хорошечно. Так, надо выйти из этого режима.
Так, что еще? Что еще? Что еще тут есть у нас? Так, ну это мы все видели. О! А, это в загоне, хотел сказать, слаймик. У нас тут... Блин, у нас тут прям теперь целая тепличка, деревце красивое. Так, ладно. Это мы... О, смотрите, у нас что это? Подвал? Подвал. Туда я могу? Могу. О, это лаборатория. Так, изготовитель. В изготовителе можно создавать устройство и улучшение для вакпака из ресурсов, хранящихся в преобразователе. Попробуем. Давайте попробуем. О, как. Слушайте, так нам теперь для улучшений нужно не только денежки собирать. Почему-то у нас такие в виде подковок. Я их буду называть подковки. Вот, в общем, не только подковки, но и плортики тоже надо собирать. То есть для того, чтобы нам пожинатель ресурсов, мы его не просто купить, да, можем. А мы, ну, в смысле, не только купить. Нам не только деньги нужны, теперь еще и кристаллики. Нормально, хорошо. А, это мы его улучшить можем. А, наверное, поставить-то где угодно можем. Сердечный модуль, силовое ядро. О, прикольно, прикольно. Так, ладно. О, это улучшение вспомогательное. Тут мы, видно, еще технологии ничего не изучили. Я понял. Так, это у нас... А это как ты называешься? Это изготовитель. А вон преобразователь. Так, а в преобразователе? Чтобы создавать устройство, нужно пострелять ресурсами в преобразователь. Угу. Ну, любопытно. Я понял. Ресурсы раньше... Ага, ага. Оранжерея. А, ну я поняла, это слаймопедия. Так, хорошо, в общем, у нас теперь есть... Слайма... в смысле, преобразователь. О, ты что сюда пришел? Есть изготовитель. Так, а тут что? Тут ничего потрогать нельзя, да? Кто тут ходит? Нечего шастать тут по моей лаборатории. Так, а здесь у нас что? 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 Блин, жалко, да, пооткрывать ничего нельзя. Я бы вот хотела бы, хотела. Что-то все... Все валяется, а ничего не взять. Но... Шкафчики все мои закрыты. Грибочек. Не взять. А здесь чего? А ничего. А просто так, да? О, по-моему, у меня кран течет. Подтекает немножечко. Наверное, тот, кто придумал Радужный остров, придумывал название. Да 100%, Андрей. Они там все знатно повеселились перед тем, как все это придумать. О, красота. Я слышу, кто-то кудахчет наверху. Так, ладно. А, знаете, что я еще хочу проверить? Слушайте, ну это вот прям, оно хоть и в раннем, но вроде оптимизировано нормально. У меня даже не дергается. Он 60 фэпсов как есть, так и есть. Так, а что я хотела проверить? А я сейчас скажу, что я хотела проверить. Так, сейчас, подождите, а тут что? О, у меня тут зона отдыха, диванчики. И еще можно выйти. Ну ладно, сейчас. Я хотела посмотреть, могу ли я улучшение... Блин, я запуталась. Где? Где выход? Так, вот здесь вот выход. Да, да. Мимыч, привет. Спасибо тебе большое за ману. Так. Вот я не помню, они... Цыпочек не... Цыпчик, да? Они цыпчиков не едят. Слаймопедия. Сейчас. Слаймы. Вот, морковь. А где цыпочки? Во. Крошечные, мягкие, что может показаться, будто у них внутри зефир. Но их, короче, есть, судя по всему, нельзя. М-де. Значит, они просто цыпчики растут.
я так понимаю. О, да, там плортики наплодились, да? Потому что, ну-ка, давайте мы один вот так посмотрим, будут они его есть или не будут. Где? Я, блин, затянула его. На. Так. А, вот что я хотела проверить, где вот здесь вот улучшение. Улучшение, могу ли я здесь улучшение ставить? То есть там, я так понимаю, изготавливаю. Да, а здесь просто могу прикупить. Значит, высокие стены. Колонки. Воздушная сеть. А, солнечный щит. Плортосборник, автокормушка. Автокормушка. Так, ну сначала нам надо высокие стены. Вот я сразу куплю. Да хочу. Да. Все, купила. Теперь у нас тут высоко-превысоко. Пойдемте собирать тогда розовых желешек. Сейчас мы посмотрим, где тут у нас выход-то. Ой, надо плортики продадим. Сейчас пособираем розовые желешки. И будем... Это будет наш первоначальный капитал. Вот так вот. И знаете, что еще? А еще надо в дом-то зайти. Тут тоже, наверное, что-то есть. Сейчас глянем. Спать 6 часов, спать до ночи, спать до утра. А, и все. Вернуться в оранжерею. О, это я такая. Зеленоволосая. Нормально, нормально. Привет, Сереж. Привет, Дэни. Лучше бы грядку купила, чтобы еду выращивать. Блин, Иришка. Вот ты почему раньше мне не сказала? Я об этом не подумала. А, привет, Ринарин. Спасибо тебе. Так, а мы сейчас насобираем на грядку. Все нормально. Все, не переживай. Так, вот здесь у нас как раз слаймы. И вот здесь, да, мы можем... Так, загон... Вот, сад. 250. И курятник, и силос. Испепелитель, а пруд. О, любопытно. Ну все, собираем тогда на сад. Мы насобираем сейчас, все нормально. Пойдемте за слаймами. Куда? Я не знаю, куда. Куда-нибудь пойдемте. Надо теперь запоминать дорогу. Я ничего не помню. Радужные поля. А, меняет цвета, будто во сне, и так же быстро исчезает. О, привет. Вот это ты ко мне, конечно, выпрыгнул, молодец. Иди сюда. Подожди, куда? О, морковенька. Это прям нужно. Все, нет? Да, походу, все. Так, тут ничего. Так. Побольше прям розовых насобираем. Так, вас я помню, но я вас не буду собирать, потому что вы этот... У меня загона для вас нет. Вот если вы нагадите, я, конечно, тогда обязательно соберу ваши кристаллы. Слушайте, а еды тут в этот раз больше. Спасибо, Сереж, за ману. Конечно, будь здесь. О, уже так темно. Прям быстро стемнело. А, какой ты прикольный. Напоминает мне. Кого-то напоминает. Голова как голова черепахи. Так, а здесь ничего, да, не посмотреть? Ну ладно. Ой. Тихо. Не трогай. О, я хочу вот таких кроликов. Блин, тут есть... А знаете что? Знаете что? Я вот, наверное, цыпчиков выплюну, а вот эти вот соберу. Я их продам. Ай, блин, все, эти уже не помещаются. Стой, куда морковку жрешь? Да, это моя морковка. Так, эти, блин, вот эти вот... Оу, подожди. Ларго-слаймы. Большие слаймы-гибриды, которые образуются, когда слайм съедает плор другого вида. Если их вакнуть, они прилипнут к соплу, а можешь выстрелить ими и отправить в полет. А я так и сделала. Так.
Где розы? Ой, эти прибежали. У меня воды нет. Подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Мне нужен розовый. Варпы. Понабежали, понабежали. Как только я пришла, и они сразу пришли. Иди сюда. О! Блин, курица. У меня места нет для курицы. Зато есть место для морковки. Все, уже и для морковки место. Ой, нет, стой, куда, 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 куда? Ты мне нужен, очень нужен. Я не хотела так с тобой поступать. Привет, Дакота! Седой, привет, спасибо за ману. Так, о, ля, что они тут устроили? Вы прекращайте мне это безобразие. Так вот. Ой, блин, с этими варпами. А куда? Где мой дом, простите? Я уже забыла. У меня столько еды. Ладно, вот, наверное, вот, да, вот сюда, да? Пойдемте. У меня полная дезориентация в этой игре. Оно все такое одинаковое. Ну, я так понимаю, нормально. Мы всегда найдем выход. Так. Давай тебе. Вот вам дружочков новых. Эть. Так, вот вам морковоньки. Так, о, да, цыпочка они не съели, слушайте. Нужен курятник, короче. Ну иди сюда, ладно. Так, пойдемте продадим плорты. Привет, Медиус! Мимыч, спасибо за ману. Так, отлично. Чуть-чуточку нам осталось, и будет у нас сад-огород. Сейчас вот мы еще вот здесь вот пособираем. Стойте, дайте. Раз. Куда? Да, плартосборник, конечно, очень мне нужен, потому что вот это вот их кристаллики собирать... Сложно. Короче. Так, все, да? Дайте вам вашего лишнего. Где там продают? Нормально, может, сейчас и насад насобираем. Еще потом курятник нужен. Но столько всего надо. 230, а он, по-моему, 250, да, стоил? Блин, я всю морковку потратила. Ну ладно. Так, где? Медиус, спасибо за ману. Что-то не отображается. Так, да, 250. Еще 20 монеточек надо. А мы сейчас будет. Сейчас все будет. А вот, во-первых, вот уже есть первые говняшки. И сюда. Так. И они еще не супер голодные. Пойдемте еще пособираем. О! Ты что здесь лежишь? Курица. А, много куриц. Стойте. Блин. Я все забила. Так, надо цыпчиков выпускать, получается. Мне пока некуда их девать. Так. Сейчас мы... Я, по-моему, да, хожу по кругу. По кругу хожу? Да, хожу по кругу. Ладно, сейчас мы... Ага, сюда нельзя. О, блин, сюда нельзя, туда нельзя. Куда можно? Сейчас. Туда тоже нельзя. Блин. Ты реально сделала круг? О, еще одна курица. Ты что тут забыла? Иди, я тебя вот пойдем. Пойдем отведу тебя. А, так у меня вон еще загоны. Я могу вот здесь сад сделать, устроить сад. Ну да, тут могут быть еще кто-нибудь, а вот там будет прям оранжерейка такая. Да, мне кажется. О, ты зря ты тут стоишь, подружка. На тебе вот вам.
Так, давайте. Дайте мне собрать. Привет, Ирбис. Нарин-нарин. Спасибо за ману. Слаймом курс корми. Да-да-да, я медиус, видишь, кормлю-кормлю. Да у меня надо этих, там еще цыпчики есть, вот, но их надо в курятник, чтобы они росли, а у меня нет пока денег на курятник. Так, где там, где там? Кто там? Вроде все, да? Все? Все продукты жизнедеятельности собрали. Сейчас... О, морковка. Разлеглась тут. Лежа. У меня морковка растет лежа. Супер. Так, ну все, у нас сад. На сад мы насобирали. Так, значит, здесь будет еще какой-нибудь. Какие-нибудь слаймики будут жить. А вот здесь будет у нас оранжерейка. Вот, давай. Так, давай мы тебя. Вот. Купить. Хочу. Отлично. Так, давайте будем выращивать вот, вот этот вот, вот погофрукт. Я не туда выстрелила. Блин, косая. Надо вот, вот сюда выстрелить. Я, да, я поняла. А я не могу второй? А не могу. Иди сюда. Ну и все, супер. Теперь надо еще для морковки. Ну, пока этого хватит, как минимум, мы уже подстрахованы. Так, пойдемте слаймы покормим. Теперь я хочу на этот. Я хочу собрать на вот этот вот сбор. Как он называется? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, плотосборник. 500 нужно. Давайте собирать. Пойдемте погуляем. А, во-первых, соберем еще розовых слаймов. И... О, там наверху кто-то есть. Вот. И кристаллики пособираем. Да, кто-то... А как мне туда попасть? Я видела, там кто-то есть. Сюда? О. Блин, прости, цыпленок. Я не могу тебя... Так, стоп. Где-то же вот, вот здесь вот... Нет? Нет? Блин, мне туда не забраться. О, блин. Ну и ладно. Ну и как хотите. Пойдем другим путем. Вот. Каким? Вот. Где тут выход-то, господи, где? Вот здесь все. Так, запомнила. Угу. Ага. Так, дружочек, я тебя не могу пока поймать. У меня на тебе загона нет. Куда ты там пошел? Что у вас там такое? У вас там сходка? Ты... Блин, я думала, он сейчас нагадил, а он нет. Сдерживается. О, здесь что такое? Фонтан. Что там, грязевой фонтан? Выглядит как грязевой. Чтобы собрать, нужно улучшение. А, что-то тоже можно собрать. Ну ладно. Так, больше... А нет, есть что-то я... Блин, жалко, вот да, эти ящики нельзя трогать. Было бы очень классно, если бы их можно было трогать. Ну, там, открывать, если бы там что-то лежало. Но нет. А не хватает этого прям очень. Так, теперь надо выйти отсюда. Кустецкий. Какими-то тропами пошла, называется, за желешкой. Завела меня желешка. В темный уголок. Кто тут? О, иди сюда. Кошмар его закрутило. О, там какое-то северное сияние. И камни по небу летят. Это нормально? Надеюсь, на меня не грохнется. Так, иди сюда. Молодец. Так. Зато мы сейчас... Это не плорт? Нет, похож. Зато мы сейчас можем понасобирать тут всяких чужих плортов в том числе. Так, блин, вы большие такие. Мне такие большие не нужны. Так, цыпчиков не берем. Вот. Собираем говняшки. Блин.
О, дайте. Не-не-не, подожди. Хлопковый слайм. Прыг-скок, поскок, ой, он пропал. Блин, мне нравятся эти хлопковые. Ну-ка, давайте на них посмотрим. Вот. Он тоже... в общем, овощи, фрукты, да? Диета овощи. А, овощи. Любимый водяной латук. Приспособились к жизни в высокой траве радужного острова, научившись прыгать отчасти аж до седьмого неба выше всех других слаймов. А еще чуть-чуть эти пуфыстохвостики. Долго вы это слово придумывали? Допрыгаются и уходят прямо в аппетитные грядки водяного латука. А, значит, для них нужны... Вот, лишь бы запрыгнуть повыше, дать стрекача прочь из загона. Давно это выражение не слышала, дать стрекача. Мне так бабушка говорила. Потому что кто-то их потревожил. Так, так. Короче, им, я так понимаю, нужна крыша. Так, они обладают пушистостью. Тыры-ты-ты-ты. Я понял. В общем, надо им, да, с этим, крыша им нужна, поэтому пока хлопковые пусть радуются. Я их не буду пока собирать. Так, нет, ты иди вот сюда. Потому что у меня нет пока стен. Можно попробовать стрельнуть в ящик. Да, но у меня там, видишь, не было плортов. Ринарин, спасибо тебе огромное за ману. Похож на зайца. Ну, да, Серёж, они мне поэтому и понравились. Они такие... Зайчные желешки. Это ты кто? О, подожди, кто ты такой? Подожди. О, активация. Получен доступ к журналу ГГ. И вот опять рассылают дронов на разведку все в те же места, как когда-то впервые. Едва подтвердится, что обстановка не изменилась, возьмусь за работу. Это место до сих пор помню свой... Что? А, до сих пор помню свой восторг от этих радужных полей. Ощущение, что вижу прекрасный сон. И, наверное, в каком-то смысле так и было, ведь все закончилось слишком быстро. Так, это поисковый дрон. И чего ты? Ты просто... Я тебя, короче, активировала, да, и все. И ты такой активированный, молодец, тут прыгаешь. Ну, хорошо. Ладно. Так, мне надо больше плортов. А на что я собираю, я уже забыла. Я собираю... Сад мы построили. В общем, мне нужен второй загон для зайцев. Вот, да. Зайцы в лесу. Подожди, я хочу вот... Ай, тихо. Не надо за мной так бегать быстро. Мне нужна морковка и плортик. И вот здесь ничего нет. Все, отвали от меня. О, курица. Ой, смотрите, как тут их всех вот много. А ты кто? Чтобы собрать, нужно улучшение. О, блин. О, это какие-то другие фрукты. Это клубничка. Блин, тут и куриц много, и сыпочек много. Всех много. Блин, мне плортики нужны. Иди сюда. Блин. Так, и от чего бы мне... Ладно, я, в общем, с курицами попрощаюсь. Прости... А, нет, я вспомнила, я собираю 500 монет, 500 подков на этот, на плортосборник, вот. Во-первых, чтобы его лучше научиться выговаривать, а во-вторых... Потому что вот это вот ходить в загоне собирать, это очень... Да, на сборщик плортов. Вот, спасибо, Медиус. Значит, ты вот все помнишь, в отличие от меня. Так, на морковку места нет. Интересно, если я сюда прыгну, я там, наверное, утону. Не буду рисковать. Так. Конечно, тут все такое одинаковое. Я тут путаюсь. Вот мне бы, конечно,
Хотя у меня же карта есть, да? Да. Оу, подождите. А это вот... Это где живу я, но здесь почему-то не открыто, да? Ничего. Обалдеть, какая тут карта. Так. Ага. Так, а, ну да, вот мой дом. Ну да, вот сюда я не смогу пройти, мне надо их открыть, наверное. А вот здесь я как раз и гуляю. Да, карта такая, не маленькая, скажем так. Ладно, пойдемте продадим то, что есть, покормим наших зверушек. И новых им подсадим. Знаете вам. Они так прикольно. Так, знаете вам. Так, фруктиков. Сейчас посмотрим. У меня что-нибудь созрело. Да, отлично. Что он быстро созревает довольно-таки. Давай. Все, запылесосило дерево. Вот, блин, в детстве бы мне так собирать ягоды и фрукты. Вот это было классно. То на дерево лезешь, что-то там срываешь, собираешь. А тут запылесосило и все. Огонь. Так, где продажный автомат? Так, а у нас сколько? О, хлопковый 21 стоит. Вообще замечательно. Да, ну понятно, что... Не хватило нам на 500. Так, ну мы сейчас вот здесь все пособираем. Хотя ладно, пусть гадят. Они ж не пропадают. Мы пойдем еще поищем. Интересно, сколько у меня их там? Но они не выпрыгивают, в принципе. Ладно. Да, вначале главное разжиться, главное начать. Потом, когда уже будет постоянное... производство плортов, то уже будет нормально. Можно курятинку пособирать сейчас будет. В общем, еще десяточку, наверное, слаймов-то я соберу. Пока, короче, они не будут там вываливаться. О, кукарикун. Отлично. Король курятника. Так. Стой. Нет, ты вон туда, пожалуйста. О! Ой, а куда? Стой. Во-первых, а где? Тут же с него вывалилось. Блин, ты зачем это сожрал? Стой, это мой. Вот жопошник, а, с ушами. Жоп с ушами. Взял мои плортики, съел. Ты кто? А, иди сюда. Так, а ты у нас активированный, да? Ну, наверное, да. Что-то ты какой-то в вид, у тебя как будто ты не активированный. А еще, если кормить розовым в загоне любой плорт, они станут больше, будут давать сразу два вида плортов. Если кормить розовым в загоне любой... А, я поняла. Но они же там эти... Ой, блин, я курицей выставил. Куда? Блин, профукала курицу. Этот медиус, они, видишь, большие, они же такие, не этот, непредсказуемые, да, насколько я помню. Где вот у меня тут, ну-ка, а не сказано, да, про большие ничего, нет, сказано, вот, так. Гибрид двух слаймов образуется, когда даба в два раза крупнее обычных, питается всем, что едят оба исходных вида. Это привлекает хозяев желающих увеличить доходы. Однако из размеров невозможно их, но получится транспортировать, подтянув к соплу вакпака. Так, да, их сложно контролировать, если что-то пойдет не так. Они таят опасность для хозяина раньше. Если Ларго съест чужой плорт, какой не производят его исходные смайлы, он превратится в прожорливого вара. Вот, понимаешь? Короче, это рискованно. Это и больше денег, но и риск. Я не буду рисковать.
Бедный чикен. Ну, да, голландец, привет. У меня так уж вышло. А мы вон новую. Я его... Он пал мискликом. Жертвой мисклика. Иди сюда. И ты иди сюда. И ты иди сюда. Всех запылесосю. Где-то я тут еще одного видела. Так, это сыпчик. Вот. Курятинка ходит. О. Блин, мне бы, конечно, плортиков понасобирать. Они вот это вот, вот это вот вас... Кто? О, куда? А, ну идите сюда. Что вы там делали? Откуда вы свалились-то? О! Курочки. Эть. Раз. Ну все, сейчас они объедятся, мои слаймы. Так, где вон еще есть? О! А мне места нет на плортов. Ну ладно, мы вот это возьмем. Кораллики. Так, ну пойдемте, там мои, наверное, уже нагадили. Мы сейчас все соберем. Продадим. Главное только дорогу домой теперь найти. Судя по всему, это будет не быстро у меня. О, я сюда. Да, следующих буду зайцев разводить. Нравятся они мне. Ничего не могу поделать. Так, я, по-моему, иду обратно от дома, да? Да. Мне надо вот туда. Да, да? Ой, какое все одинаковое. Хоть бы указатели поставили. А я могу на карте, да? Могу же посмотреть? Могу. Вот туда мне. Вон, вижу мой дом. О, спасибо, карта. Так, вон еще вижу. О, а у меня нет места, да, на фрукты? Ну и ладно, у меня дома свои растут. Иди сюда. Все, наверное, это будет... Так, я опять заблудилась. Нет, не заблудилась. Наверное, будут последние розовые, потому что... Иначе они будут выпрыгивать уже. Все, у меня уже... Загон будет переполнен. Ты только чужие не давай, и все. Легко сказать, Медиус. А вдруг они выпрыгнут и сами слопают? Не кормить ларга третьим видом плортах и никаких проблем. А, но это если они в загоне. А вот если... Если... Они выйдут и сожрут. Короче, вы меня подбиваете, чтобы... Ларга, да, я этот... Чтобы завела все-таки ларга, да? Да? Не, я могу, конечно, рискнуть. Могу, могу. Все, короче, запылесошу, потом буду разбираться. Вот интересно, а вот эти вот большущие, они не выпрыгнут? А, все, я поняла. Так. Ай, блин, не могу, мне так нравится. Надеюсь, им не больно. А, они не выпрыгнут, интересно, из загона-то? Я, короче, оставлю парочку. В книге предупреждений для тех, у кого не прокачан загон. Ладно, Медиус, я крышу поставлю, и тогда сделаю большого. Так, 318. Ну, тогда можно эти пока продать. Вот. 360. Сейчас мы еще насобираем. Так, все, нет, не все. Все. Теперь вроде бы все. Да я не могу, господи. А, какая она. Это я про игру, конечно. Шкодная, расслабляющая. Ах. Ладно, ладно, Медиус, все, вы меня уговорили с Ришкой. Будут ларго. А я могу бы... Я в отдельном загоне хочу их, точно. Хочу, там будут... Тут малипуськи будут, а там будут большие. А, что...
Что я хотела? Я хотела, где мой фрукт растет. Вот. А, он еще не вырос. О, блин, а ты растешь-то? Растет. Ну ладно, ты до этого как-то быстрее вырос. Так, пойдемте еще насобираем. Я же туда иду, туда. Вот, надо, короче, еще насобирать. Надо, и еще надо следить. Может, я где-то что-то упустила. А то я не запоминаю местность. Так, нет, тебя не буду больше собирать. Я сейчас насобираю еду и плорты. И будет нормуль. Так. Привет, зайчатина. Что он тут один грустит? Так, морковка еще не созрела. Потому что я только ларго разводила, а то загонов не напасешься. О, ну, кстати, как вариант. Слушай, да, Ириш, ты, возможно, права. Ну ладно, сейчас мы... А тогда, слушай, тогда и правда. Мы сейчас построим... Я придумала, все, я придумала. Сейчас я построю крышу и сделаю тогда тоже только ларго. И пусть они там и будут, да? Так, где клубничка? Мы сказали, где-то клубничка. А, вот, ты клубничка? Нет, ты не клубничка. Да, клубничка. Короче. Да, только она у меня не засасывается уже. Ну ладно. Так. Пойдемте их покормим. Блин, мне так хочется туда, но я боюсь, что я того этого. Ладно, эть! О, я молодец. Я там что-то вижу, что-то вижу. Это что такое? Гидротурель. Оборонительная пушка, которая автоматически выслеживает и взрывает варов водой. Создается в изготовителе. О, я чертежик открыла. Класс. Чертеж пушки. Так, туда уже не пойду тогда. Прикольно. Это особенно выгодно, когда тебе попадется редкий вид плорта. Так можно добывать дорогие плорты без владения самим слаймом. Ну, кстати, да. Да, Медиус. Ну, вы такие умные. Вот что бы я без вас сделала? Я бы... Так, ай, не додумалась бы. Так, а что у меня тут только розовые остались? Давайте я вернусь тогда обратно, покормлю своих. Может, мы... А на крышу-то мы, наверное... Блин, не туда. На крышу-то мы, наверное, и насобирали уже. Блин, где дом? Дом. Где мой дом? Я, наверное, не туда иду. Ну, естественно. Мне надо вот сюда. Вот сюда. Короче, вот сюда надо. Сейчас мы вот так вот обойдем. Где этот дом, милый дом? Вот, вижу все. Я тут никогда, мне кажется, не освоюсь. Так, тогда я хочу розовых зайцев. Как бы это ни звучало. Сейчас мы их скрестим и будут у нас... Скрестим уши, и будут у нас розовые зайцы. Так. Давайте. Вот вам кукарекун. Кукарекина. О, капец, они там заживали. Ну вот вам еще вот вам друзей. Наверное, хватит уже, конечно. Ну ладно. А мы сейчас посмотрим. Да, если на крышу-то я насобирала, то... Дайте выйти отсюда. То и все, и значит, больших сейчас сделаем. Так, а сколько крыша-то стоит? А, крыша. Вот. Покупаем. Да, да. Да. Хочу. Отлично. Все, теперь у нас есть крыша. И давайте пойдем, в общем, зайчи какашки насобираем и скрестим. Класс. Потому что вот хлопковые эти штучки, они прям нормально стоят. Все, пойдемте за зайками.
И уже тогда будем собирать на этот, на плортособиратель. Так. Где? Блин, да вас так много, а вы мне теперь не нужны. Вот морковка нужна, кстати. Так. И вон пуга-фруктики тоже нужны. Так. Блин, ни одного зайца. А может потому что ночью эти лунные эти. А, вон они, зайки. Зайки, попрыгайки. Дай мне. Это что у него? Это лапа? Это хвост. Блин, я думала, это плорт. Это хвост. А если я его так покормлю, он нагадит мне? Сейчас, подождите. Блин, зайца затянуло. Так, на. Нате вам морковку. Ну-ка, давайте, вот. Съешь морковку? О, есть. Нет, блин. На, ты мне не нужен. Все. Так, пойдемте. А надо побольше, да, наверное? Давайте еще одну морковку скормим. Блин. Где? Вот, иди, на. На, кушай. Зайка. Вон морковка. Блин, не вам эта морковка. Сейчас, где вы тут? Вот. На. Ешь. Ешь быстрей. Молодец. Теперь сыри быстрей. Молодец. Где, плорт? Замечательно. Так, все, да? Пойдемте скрещать, где мой дом. Все правильно, вот туда. Где? Куда? Вот сюда. Ой, блин, морковка переполнена. Ну ладно. Жопочники захрустели. Подождите тогда. Стоп. Дайте мне. Мое все. Чё ты там стоишь в углу? Ты обиделся, что ли? Дружочек. Иди сюда. Блин, иди сюда. Так, смотри. Иди гуляй. Там твои сородичи. Какой-то асоциальный. А, не, побежал, нормально все. Я впервые себя обычно ограничила 10 ларга на прокачанный загон, а то если не докормишь, вылезут и устроят хаос на ферме. Ага. Ну, вот сейчас будем тогда их будем за ними следить. Так. Мы сейчас розовые плорты продадим. Вот, соберем здесь, значит, лишние желешки. Давайте сюда. Ой, подождите. Блин, места нет. Стоп. Идите сюда. Раз, два. Ого. Блин, мне бы еще один загон. Их тут прям много. Давайте этих на волю отпустим. Так будет лучше. Так, вот. Вот вам, пожалуйста, гуляйте. Тут развлекайтесь. Блин, по-моему, они разбились. Ладно, это не я. Все нормально. Они выживут. Стену испачкала. Так. Давайте еще. Десяточку, так десяточку. Мне кажется, это хорошее число.
Будем подходить к разведению желешек с умом. Так, вот сколько вас здесь? 4, 5, 6, 7. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. 8, 9, 10. Все. Пусть так и будет. Давайте вам плорт. О! Плорт. Супер. Теперь фрукт. Фрукт, фрукт, фрукт. Морковка, 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 морковка. Так, слушайте, ну да, да, замечательно. Все, а эти тогда мы их тоже выпускаем. Так, очень странно. Ну, вроде норм. Ладно. У меня, по-моему, таймер остановился. В море можно выплюнуть. А они ж тогда про этот... О, пропадут. Смотри, какая у них тут туса. Пусть тусят, вон, смотри. У меня... Да, у меня, по-моему, остановился этот... Таймер остановился. А ну-ка сейчас, ребятушки, я... Интересно, это только... Ой, в ОБС-ке так плохо-то. Сейчас, секунду. Так... Тут все, ага. Да, тут, да, у меня в ОБС-ке, короче, таймер остановился. Я просто смотрю, не могу понять, думаю, почему 12 минут? А, вот, пошел. Ну, ты, конечно, молодец. Ладно, я и думаю, как-то странно. 12 минут, у меня такое ощущение, как будто очень много уже. Привет, Светочка, спасибо тебе большое за ману. Да, таймер сбился. Ну и ладно, все. Я теперь знаю, что я не сошла с ума. Думаю, не может же быть 12 минут, а по ощущениям час. Так, что, кролики у нас есть. Давайте соберем... Куда? Вот сюда мне надо, да? Где мой дом? О, блин, вот здесь мой дом. Подожди, не толкайся. Так, сейчас надо придумать, на что мы дальше собираем. О, курица, иди сюда. Я взяла? Да, поймала. А тут что? А тут ничего. О, и фруктики еще. Сейчас мы их всех накормим. Так. Да, и мне нужен, в общем, все. Собираем на этот плорта сборник. Нормуль. О, смотрите, сколько зайцев. Блин, такие прикольные. Так, давайте. Ой, подожди, не толпись тут. Вот. Дайте мне. Ну, двинься. Давай еще. Нет, не ты. Да, блин. На. Так, главное его из загона не вытеснить. Ты его потом фиг засунешь обратно. Так, желтые я тогда пока не собираю, потому что пусть они там уже все в зайцев превратятся и нормально будет. Стой ты, меня прям на ухо хрумкаешь. Дай сюда. Очень тонкая работа, не так-то просто. Так, ну там чуть-чуть осталось до всех зайцев. Розовые кроли, мечта магната. А, точно, Ириш. Так, час и есть, 1:02. Да, а у меня показывает... вот у меня опять таймер остановился. 13 минут, 13:47, прикинь. И я думаю, в чем прикол? Ну, у меня по ощущениям вряд ли 13 минут. Смотрю уже, и время вроде не 13 минут. Я просто думала, что я сошла с ума, сижу, кашусь туда, и не могу понять, что не так. И потом я зашла и поняла, что вот... Оказывается, не 13 минут, а час. Так что нормально. Так.
Блин, они такие классные, не могу. Так, тут еще, давайте еще пособираем. Мне нужны деньги. Деньги, деньги. Нужно 500 плортов. Дай сюда. Вот тут всех. Дай сюда, сюда. Вот так. Блин, за загоном, наверное, опасно это делать, потому что я могу его затеребонькать и потом обратно засунешь. Так, ну куда? Все вроде. Ладно, 5 штучек тоже неплохо. Остался один, да, у нас некролик затесался. Ну, вроде да. Так, хорошо. Еда у них там есть, все у них там хорошо. Мы сейчас пойдем. Еще еды найдем и каких-нибудь плортиков пособираем. Так, дай мне там. Так, нам половиночку мы уже собрали. Так, а вот интересно, можно идти туда, мы туда уже ходили, а вот туда закрыто все, да? Да, там закрыто, блин. То есть получается основной выход только там, да? Или вот здесь тоже можно? Нет, там вот стоят. Все закрыто, да? Да. Окей. Голодрат, спасибо. Ох ты, ёшки. Спасибо тебе огромное за много маны. Спасибо тебе большое. Так, да, получается, выход основной тут-туда. Тут-туда. А, вот, подождите, там есть... А в пещеру, наверное, тоже нельзя, да? Да, нельзя. Ой, а там кто? Курица. Иди сюда, курица. А ты что тут стоишь на грани? А я знаю, куда мы пойдем. Я придумала. У нас же есть подвал, и там в подвале тоже выход. Выход был. Так, давай, ешь быстрее. Будешь зайцем. Он не съел? Ну, давай съешь. Ешь быстрее. Почему он не ест плорт? Эй, о, молодец. Все, у нас теперь все зайцы. Класс. Замечательно. Так, где там подвал у нас был? Вот, по-моему, вот с той стороны, да? Сейчас мы... Да, вот здесь. Мы сейчас вот туда и прогуляемся. Нам нужны, короче, плорты. Чтобы... И еда. Так, пойдем... Куда пойдем? Направо сначала пойдем. Направо пойдем, плорты найдем. Главное потом не забыть. Ага, нашли. Это было очень короткое путешествие. Ладно. Направо не получилось. Пойдемте налево. Налево всегда должно получаться. Мне так кажется, да? Тем более у нас здесь еще и налево-направо. Ну, пойдемте сначала направо. Там, где кран подтекает. А потом, если что, вернемся налево. А, да, там кудахчет, блин. Так. Сейчас посмотрим, где мы вышли. А, это мы к дому типа идем? Блин. По-моему, да. Да? По-моему, да. Не сильно мы далеко. О, там вон какая-то пристань, что ли. Не могу, такая музыка, я сейчас усну. А мы тут были? По-моему, мы тут были, да? Нет? Нет, наверное, не были. А может и были. Да, мы были тут. Мы ночью просто были. Все, тут были вот эти ящики. Слушай, да, блин. Очень понятно, да, объяснила? Надо вот воспользоваться идеей Медиуса. Надо выстрелить плортом по ящикам. Может быть, они того этого... Слушайте, а можно же еще диких кормить? Пусть они тоже нам гадят. Да, у нас их нет пока в загонах, но тем не менее. Так, морковку тут сожрали. А подождите, вот туда можно, да? А, там... Нет, там уже мое. Да, нам туда нельзя. Ладно. А вот здесь есть что-нибудь... Здесь мы уже были. Это я помню.
Там наверху что-то есть, но нам нужно, наверное, какое-то улучшение, да, для того, чтобы прыгать туда наверх. Ладно. Привет, зайки. Так, и где? И чего? Почему вы не гадите? Вы голодные, что ли? Давайте мне кристаллики. А, вон, кристаллики, кристаллики. Стоять. Мое. Все, да, вроде? Не го, смотрите, что делают. За лапта, простите. Вы куда так собрались? А там хорошо. Развлекаются. Беззаботные. Я аж прямо завидовать начинаю. О, еда. Иди сюда, еда. Мы будем еще диких каких-то кормить. Ой, простите. Привет, Эдмин. Походу, налево Серега не одобрит. Так мы вместе с ним пойдем. Я разведаю, а потом его позову. Это нормально. Там можно хоть портом, хоть фруктом. Если бьются, то получится. А, да. Надо, кстати, вот, да, сохранить. О, еда, еда, еда. И плорты. Куда? А, фиг, мой, нет. Мое, все мое. Мне надобно. Мне очень... О, там какая-то штука. А ты что? Блин, я хочу это все собирать. Так, дай сюда. О, цыпа. Иди сюда. Что-то его расплющило. Так, тут вроде бы все. Все. Блин, морковка. У меня уже нет на морковку места. Ладно, ты кто? Активация. О! Супер! Мы часть карты открыли. Это хорошо. Теперь можно смотреть, где чего, куда гулять. Замечательно. А ну-ка, кстати, о птичках. Угу. Ну да, я вот. А где, простите? Как я так прошла? Ладно, давайте гулять дальше. Получены данные карты. Находи узлы данных карты по всему запределью и постепенно открывай свою карту. Хорошо. Я поняла. Я буду стараться. Так, сюда мне нельзя, да? Да? Нельзя. Там вода. А вот подождите. А вот сюда я, наверное, здесь и не пройду. Сейчас мы попробуем. Куда-нибудь попробуем. Тут особо никуда не попробуешь. О! Дайте сюда. Тихо. Спокойно. Блин, морковки столько. Все, я чувствую, нам сейчас хватит на платосбо. А, нет. Ой, а что я такое собрала? Это капуста? А, водяной латук. А кто-то любил. Зайцы как раз любили водяной латук. Блин. Ладно, мы курицу отпустим. А латук соберем. Надо ж порадовать наших кроликов. А, розовых. Класс. Единственный в мире стакан воды с суточной нормой клетчатки. Замечательно. У нас у зайцев будет сбалансированное питание. У них будет много клетчатки. А у нас будет много крольчатки. Так, куда я? Все правильно иду. Правильно иду? Я правильно иду? Да. Так, я тут... Коллекторы преобразователя. С коллекторами преобразователя удобно перебрасывать ресурсы и плорты в преобразователь, где они используются исключительно в слаймонаучной лаборатории. Так, во-первых, давай тебя активируем. Лог открыт. В первые дни здесь работа поглотила меня с головой. Помню даже, как пришлось вручную таскать желейный камень обратно в оранжерею. Такой был азарт. Когда задыхаюсь и потею, чуть ли не все делаешь неправильно. Но счастливее тебя нет никого на свете. Ну, не знаю, я не знаю, как вас, меня эта игра расслабляет и усыпляет. Тут такая спокойная музыка. И они такие прыгают, все такие милахи. Я прям засыпаю. Поэтому... Если вдруг я усну,
Я попрошу Сережу, чтобы он остановил тогда стрим. Теперь времени осталось мало, и мне пригодятся эти коллекторы преобразователя. Иначе не успеть. В этот раз я все сделаю правильно. Угу. Так. Но я пока не хочу. Я могу, конечно, сюда зафигачить плортики. А как? А, я могу вот так сделать, да? Да. А ну-ка дай глянуть. Да, розовый один. Ну я так не буду. Мне сейчас денежки нужны. Уж извините. Там вон еще что-то стоит наверху. Я сейчас туда попробую добраться. Блин. Ой, подождите. Сколько фруктов-то. Да, опоздал. Ха-ха-ха. Ля, они из камня рождаются. Так, мне вот туда. Я, наверное, вот смогу вот где-нибудь... Я тут не была ни разу, да? О, мяут. Привет, дорогой. Ля, он ко мне лезет целоваться. О, какие они хорошие. Ребятки, у меня нет еды для вас. Простите, пожалуйста. Так, и загона для вас нет. Надо вот как-нибудь вот так подняться будет. Вот как-нибудь так тут сыпа. Так, а здесь у вас чего? Блин, на клубнику опять места нет. Да, какие они любвеобильные котейки. Так. Мы будем тебе кричать. Так я вас не услышу. Вы же без микрофонов, Медиус. Так, давай. Отлично. Мы вот открыли всю карту. Замечательно. Так, и мне надо теперь вот туда, да? Да, вот сюда вот идти, чтобы все посмотреть. У меня, в принципе, еще есть место. Там, интересно, мои-то не проголодались? О, я вижу плорт. Блин, там вон мяутовый есть. О-о-о. Так, надо домой возвращаться, то у меня уже, наверное, места не хватит места. Ладно, давайте еще прогуляемся. Может, я еще дособираю. Хоть каких-нибудь. Ля, опять они с троем ходят. Так, а тут чего? О! Так, а чем его там надо было кормить? Едой, да? По-моему, там 30 надо было. Слушай, дружочек, я тебе пока не дам еды. Уж прости, пожалуйста. Ну, блин, там вон пещерка. Надо сюда не залезть. Ладно. Стой здесь, пока голодная. Где ты у нас тут стоишь? Ага, все, я запомнила, надеюсь. Мы потом это узнаем, запомнила или нет. Ля, какой там усатый кролл. Да, надо теперь этих кроликов с котиками скрестить. Будет вообще прикольно. Короче, я буду со всеми кроликов скрещивать. У меня будет кроличья ферма. У меня будут разные разновидности, разные виды кроликов. Так. Ну, кричать-то мы можем. Да, Медиус, кто ж вам запретит? Кричать вы можете. Кричать и ржать надо мной. Главное, чтобы я этот как раз на работу встала. Так, все, пойдемте тогда домой. Вот сюда же, да, сюда же. Отлично. Вперед. Там. Эй! Стоп! Куда? Вот это я сейчас. Фу! Вот это я сейчас, да. Прям опасненько было, опасненько. Все, что нажито непосильным котом. Так. Дай.
Вот я такого хочу. Хлопковый ларгомёд. Блин, смотрите, я им нравлюсь. Все, я тебя приручу. Приручу, я тебе обещаю. Это капуста? Нет, не капуста. Вот. О, вон еще вижу, вижу, вижу. Ай, стоять. А, не успел, не успел. О, дай, дай, дай. Подожди. Ну дай. Да блин, куда ты? О, ну молодец. Так, все вроде. Где мой дом? С вами тут запуталось, все правильно, вот сюда идти. Так. Стой! Блин, не успела. Короче, я хочу мяутовых кроликов и вот таких вот светящихся ночных кроликов. Класс, будем селекцией заниматься. Так, где? Кто? Больше нет. Блин, у меня собака больше какает, чем вы. О, пога, да? Да. У меня как раз еще есть местечко. Так, сюда нет. Наверное, можно и сюда. Да. Надо запомнить эту лазейку, как я отсюда выходила. Вот сюда. Это я. Короче, возле стола. Выход возле стола. Окей. Пойдемте, а то они там уже, небось, злые. А, как раз же кролики и водяной этот латук любили, да? Да, да, да. Ой, как они его лопают. Ля. Так, все. Пойдем продадим, сколько можем. Супер. Так, нам на лорда-собиратель. Мы нас собирали. Ой, смотрите, какая красота. Она такая вся так радужная прям. Классно. Так, давай. Колонка нет, сеть есть, щит нет. Вот, лорда-сборник. Замечательно. Купить. Хочу. Все. Теперь у меня... Ой, простите, продолжить. Есть лорда-сборник. Где ты? Где ты? Ты должен где-то... Вот, 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 вот. Так, давай. О, он даже двоих собирает. О, как классно. Так, и я забыла, как тебе... Давайте, мы их, во-первых, они еще едят. Как там это делать? Вот так это делается. Замечательно. И вот так. Слушайте, ну все, у нас первое производство налажено. Так, а где? Куда идти? Вот туда идти. Вот. Что такое? Обновление цен? О. Биржа только открылась, судя по всему. Плорто-биржа. Так. Класс. Смотрите, у нас уже 600 монет. Так, ну что? Я думаю, что мы давайте сделаем с вами небольшой перерывчик. Смотрите, какие у нас веселые розовые зайки. Начало положено. У нас офигенный радужный барьер, загон. И у нас уже есть 600 монеток. И после перерывчика мы тогда сделаем кролокотиков или котокроликов. Короче, как хотите. Вот, мы их скрестим, и будут у нас такие классные серые зайцы. Да, нам, я думаю, на новый загончик хватит. Вот, так что я скоро вернусь. Никуда не переключайтесь. Будет интересно.